А, девочки, вот мой можжевельник казацкий. Я его уже весной обрезала. Он тут вообще вот сюда, вот это все занимал, туда все занимал, обрезала. Но он и сейчас на 1,5 метра где-то. Был на 2. Вот видите, ветки, вот ветки. Я их, эти ветки, они прям вот сюда на дорожку, и вот отсюда, и вот так, и прям на дорожке. Вот они полдорожки занимали. Как говорится, не пройти, не проехать. Смотрите, сколько места, я все тут расчищу. Здесь 2 кашпо встанет. В общем, вот. Ну, пока так. Там еще сейчас почищу немножко, а весной уже буду где-то к концу февраля, наверное, скорее буду. Тут все расчистить надо, пролить. И там уже буду думать. Мне главное было вот сейчас эту дорожку освободить. А то ужас ужасный. Вот. Так вот, в принципе, вот так вот он. Вот низы, видите, я в том году уже подрезала. Я говорю, он такой был раскидистый, огромный, больше 2 метров. Ну, вот так. Подрезала. Январь прошел, думаю, февраль уже у нас погода более-менее теплая. Думаю, ладно, сделаю. Сегодня 3 февраля. Я обрезаю можжевельник казацкий. Вот так. Я расчищаю, подчищаю. Там внутри все вычищу. И в мешки все срежу, весь мусор. А здесь поставлю 2 кашпо с розами. Вот так вот у меня получается. Пока так. Он, конечно, потом новые приросты даст. Будет у меня красивенький, позеленеет, все будет хорошо. Рядом с розочками растет этот можжевельничек. Ну вот решила, ну дорожку давно пора было освобождать, растет, все никак до него руки не доходят. А здесь будут рядом все вот тут кашпошки с розами, вот они у меня тут будут. Ну, пока так. Подготовительная работа у меня закончилась. Можжевельник я подрезала, переставила, перетащила, не знаю, как меня хватило, но я это сделала. Несколько кашпо на это место, то есть у меня вот тут вот такой рядочек кашпо с розами будет. А здесь освободила вот всю вот эту зону. Под пространство буду высаживать пионы. У меня тут, я уже посчитала, 7 корней пионов поместится. Ну, уже стемнело, погода позволяет. У нас сегодня такой довольно-таки теплый, приятный день. Вышла, немножечко поработала в саду. Уже, конечно, хочется что-то обрезать, подрезать. Немножко размялась. Так, ну, это кашпо еще чуть-чуть туда задвинется. Потом, когда вот сдвину, поровнее сделаю этот рядочек. И здесь у меня в ряд, здесь много остинок, в основном остинки. Ну, есть и другие сорта, это уже потом. Когда буду открывать, подрезать, обрабатывать, обязательно покажу. Если кому интересно, посмотрите. А здесь у меня уже высажены много пионов разных сортов. Вот везде, где замульчировано щепой, вот у меня там 1, 2, 3, 4, 5 пионов уже у меня высажено. Вон там в углу еще будет пион. На весну я жду 8 сортов и еще 24 сорта на осень. Ну вот так, друзья. Что сделать? Как может быть лучше? У нас начало февраля, 3 февраля. Сезон потихонечку открываем. Мы на юге, Ростовская область. Потихонечку смотрю, в каком состоянии розы. Вот эту дорожку я полностью расчищу. И все дорожки будем еще сверху новой щепой засыпать. Вернее, не щепой, а вот, ну вот, как она называется, щебенка, да? Вот такая, такой розовый, красно-розовая. Вот мы подсвежим немножечко все это, подсвежим. И
будем потихонечку открывать сезон. Ну вот, друзья, хотела поделиться, что у меня можжевельник один единственный, лет 7 назад я его высаживала. Еще у меня здесь растет туя. И я ее внизу всю обрезала, эту тую. И только вот верхушечки оставила, но эта туя, она мне дорога. Когда-то мне ее мамочка привезла, ну, принесла, говорит, на, посади, я вот высадила. И вот она у меня растет, эта туя, уже стемнело, плохо видно. Можжевельник разрастался у меня, разросся во все стороны в том году. Я частично его обрезала, он уже больше 2 метров был. Ну и здесь, когда он уже чуть ли не половину дорожки у меня занял, мне пришлось все эти ветки убрать. Зато у меня тут, вон, смотрите, кашпо в рядочек встали. В общем, переделки в саду начинаются с февраля у нас. Все, друзья, всего вам доброго. Хорошей зимовки вашим растениям. И до скорой встречи.